Всем здравствуйте, я рад вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Виктория, кто со мной не знаком. Мы продолжаем делать коробку. Сейчас я ее вытащу быстренько. Огромную коробку, и сюда я хочу, как и светильничек у меня был, мне понравилось, как он выглядел, я хочу сделать туда такой же пион. Мастер-класс будет быстрым, потому что здесь, в принципе, все то же, что и светильники. Размер ноги девочки писали вот такие вот шаблоны. Это вот второй размер, это вот третий. В контакт пишите, я вам скину, кому еще не скинула. Вот. Первый размер я здесь использовать не стала, как светильники. Светильники мы начали использовать с первого. Мне нужна фольга для того, чтобы сделать шар, и чтобы меньше изолона потратить, я просто сделаю огромный шар. Вот. И еще что. Вот они размеры, я уже вырезала. Давайте его нагреем. Покажу вам, кто забыл. Нагреваем. Не сильно нагреваем. Это изолон, нужно с ним поаккуратнее. Вот такой вот второй размер. Кончики нагреваем третий размер. И теперь у меня есть большой шар. Есть поменьше, вот они, два шарика. Это из Фикс Прайса, а это из Леруа. Я нагреваю серединку и растягиваю. Просто вот такая вот обычная форма получается. Тут у нас второй размер и третий размер. Разогреваем и на большой шарик, серединку. Все, все готово. Больших лепестков я сделала 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. А таких я сделала 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 штук вот таких. Берем фольгу и катаем шарик. Разогреваем его пистолет для того, чтобы нам сейчас этот шарик склеить. Чем больше у вас будет шар, тем больше у вас будет пион. Так, что-то пошло у меня не так здесь. Секундочку, я помню. Что пошло не так? Вот, что пошло не так. Вытяну. Можно сделать на стену пион, можно сделать на ножку. Нам коробку осталось заполнить еще половину. Я хочу убрать большой фиолетовый и сделать вот этот белый пион туда. Хватит. Размер выбирайте сами, я истратила половину бумаги. Теперь формируем шарик и делаем дырку, чтобы закрепить на ножку. Разогреваем клеевой пистолет. Даже можно продолговатый чуть-чуть сделать. И берем. Ой. Основание. Я возьму немножко. И туда мы с вами приклеим.
заполняем пространство, которое у нас осталось с вами, и даем ему подсохнуть. И вот сюда еще нужно будет вырезать, вот такой вот шарик получился, вот сюда нужно будет вырезать еще, сейчас у меня где-то беленькая была, вот, квадратик для того, чтобы закрыть серединку. Это у меня фоамиран. А вот это, который мы с вами лепесточки делали, это изолон 2 мм. И вот сюда приклеиваем. Только лучше круг сделать. Будет удобнее приклеивать. Все равно какой-то квадрат получился, ну ладно. И приклеиваем к нашему основанию. Потому что бывает, что где-то видно фольгу. Так, сейчас я сформирую круг получше. Все, теперь можно делать лепестки. Мне нужна вазочка. Где-то у меня была вазочка, мне на ней сейчас удобнее будет клеить. Только что ее где-то видела. Ага, вон она. У меня из фикс-прайс вазочка. Повыше вас подниму. И давайте клеить. Так. Берем наши самые маленькие лепесточки, ну вот эти вот, и приклеиваем. Я наношу клей до середины. Вот так вот лежа пока что первые лепестки. Обнимают друг дружку, чтобы закрыть середину. Вот, нам нужно закрыть полностью середину нашу. Вот что получается. И четвертый лепесток вот сюда. И теперь мы с вами приклеиваем просто по кругу, насколько хватит лепестков. После того, как эти все приклеим, мы приклеиваем с вами поменьше лепесточки.
Теперь мы берем большие лепестки, переворачиваем их. Сейчас я включу клей. И приклеиваем с вами их уже вот таким образом, чтобы он у нас пышнее казался. А то он у нас будет слишком закрытый план. Нам этого не надо. Так. Ориентируемся, как вам хочется. Вот такой пиончик получился. Можно, конечно, еще побольше его сделать, вырезать лепестки. Сейчас я вот здесь стену сделаю немножко. Раскрою его. Я оставлю его таким. И вот здесь еще можно раскрыть. И теперь добавляем зелень, и цветочек будет готов.